Классно. Да, хорошая история, Вань. Продолжим. Они сейчас придумали вот эту историю. Вообще не знаю, зачем этих людей позвала сегодня. Они иллюстрируют то, как нелегко жить ведущей в программе «Жить легко». Итак, мы на 6ТВ, где вместе учимся жить легко, и каждый раз доказываем, вне зависимости от количества гостей и этих людей сегодня, что это возможно. Итак, сегодня у меня в гостях телеведущая Индира Серебрякова. Вот Индире, кстати, поаплодируйте. Всем привет. И глумливая гиена, простите, пожалуйста, организатор событий Иван Вербицкий. Это тебе тоже аплодисменты. Здравствуйте, обожаю вашу передачу. Да. Спасибо большое. Ладно, ребята, сейчас серьезно. Ага. Насколько часто вы посещаете, ну, давайте назовем это, светские тусовки какие-то, где выступают музыкальные группы? Индир, к тебе вопрос. Очень часто посещаю, потому что какое-то продолжительное количество времени моя работа была с этим связана, чтобы посещать какие-то мероприятия, где особенно выступают группы. Угу. Ну, а сейчас ты, вот, знаешь, по собственному желанию ходишь? Бывает такое у тебя? Или, знаешь, чаще все-таки по работе? По собственному желанию я только вот доползаю до кровати, ложусь и засыпаю. Вот я это вот, что я делаю по собственному желанию. Такое. Вань, у тебя вот скажи. Слушай, да, абсолютно. У меня именно с моей профессиональной деятельностью, конечно, я с ребятами постоянно пересекаюсь, а в частное время, в свой частный досуг очень редко. Ну, а вот если бы ты оценил все группы музыкальные, есть кого похвалить? Есть у тебя любимчики? Да, есть. Ну, я не... Ну-ка. Ну, просто сейчас Сёма здесь стоит, заходит. Вот ребят команды мне очень нравятся. Очень нравятся они. Остальных, зачем мне сейчас называть? Смотрите, я вас хотела познакомить с фронтменом группы. Вернее, не одной, а двух. Это группа такая и группа 20. Это авторский проект и кавер, можно сказать, наверное, бэнд. И вот сейчас к нам в студию присоединяется Семен Брусников. Семен, заходи к нам, пожалуйста. Обычно с аплодисментами, с сальто или как ты заходишь в студию. Привет, Семен. Привет, Семен. Здравствуйте всем. Здравствуйте. Слушай, ну, с ребятами ты знаком заочно, я так понимаю. Да не заочно, виделись много раз. Видишь, Ваня не стал никого хвалить, кроме твоих групп. Не захотел с тобой портить отношения. Но все-таки давай начнем сначала. Когда ты начал петь? Это случилось очень давно. Наверное, там первые потуги мои вокальные были еще в школе. Почему? Ну, потуги прям. Ну, поверьте, чтобы петь более-менее нормально, там, как сказать, не то чтобы... Я себя не могу назвать суперпрофессиональным певцом, вот, хотелось бы, но это будет ложь, потому что есть много ребят, которые поют лучше, чем я, но харизма. Вот. Я думала, когда он сейчас проснется, сидит скромничает. Мы мушкетеры такие, да. Скрестим, как говорится. 100%. Слушай, ну ладно, давай мы сейчас покажем одно видео твое. Вот самое первое, свет запусти, там, где у меня пометочка со словом 20, как раз-таки одна из групп. 20, такие запястья, кольца, пальцы, остаться бы в танце, 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 чего стесняться, 20, танцы, а тебе 20, 20, 20, такие запястья, кольца, пальцы, остаться бы в танце, 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 чего стесняться, 20, танцы. Ты как нашего звукорежиссера переманил на барабаны вот сейчас, я понимаю. Слушай, да? был бы я помоложе, уже бы красил волосы, садился бы на чем сейчас, на это, самокат? Не на самокат. Ехал по набережной просто навстречу ветру. Все. А я так и делаю обычно. Кто твои поклонники, вот скажи, у них есть ценз какой-то возрастной? Это вот да, 20 да. лет? Ну, я бы даже сказал младше чуть-чуть. Если мы говорим про авторское творчество, про группу 20, даже младше лет с 14 нас слушает. Но у нас есть самая главная одна фанатка, ее зовут Нина, ей, наверное, уже 9 лет. Потому что последний раз я ее видел в прошлом году. Она приходила с родителями на наши концерты, она делала все время плакатики, всякие держалочки. Твоя племянница? Это твоя племянница? Твоя. Нет, мои племянники меня не слушают. Вообще. Ну, они такие, у тебя есть группа, да. Это шутка. Вопрос у меня в следующем. Вот как тебе удается совмещать в себе и кавер-группу, и авторский проект? Потому что я так понимаю, что, наверное, вот если перебрать все остальные группы, такого как-то и нет. Что, знаешь, две прям вот группы, когда не соединяются в одном. Смотри, видишь, кавер-группа занимает много времени. Вот как Ваня сейчас сказал, до того, как я зашел к вам в студию, что с профессиональной точки зрения мы там очень часто все находимся в кавер-проектах,
проектах. Ну, я имею в виду, что мы все в сфере вот в этой работе. Запрос есть, да, на коммерция. Это коммерция, чистая коммерция. Чистая коммерция. Никто не хочет слушать авторские песни на корпоративном мероприятии. 100%. 100%. Я вам еще расскажу сегодня, если успеем, какие песни любят слушать на корпоративных мероприятиях. Расскажи, какие песни любят слушать на корпоративных. Я вам топ-3 могу назвать. Давай. Вот топ-3 песни. Подожди секунду. Давай первая, попробуем угадать. Подожди, первая, можно? Давайте угадать. Я первая, давай. Первая. Царица. Нет. 100% попаду, аэропорты. Нет. Так, спасибо. Подождите, режиссер, сейчас вступает в игру наш режиссер Свет. Покажи, пожалуйста, видео, мне кажется, да, да, ты, наверное, поймешь сейчас, какая песня в топе. Так, «Хали-Гали». Это выпускное, да? Да, это прошлый год. О, супер, вообще, все, попали? Тоже 100%, «Хали-Гали». «Царица», ага. «Аэропорты», «Хали-Гали», давай. Я свой личный топ скажу. Прям беспроигрышные варианты. «Хали-Гали» — первое место. Второе место — районы, кварталы. Угу. Третье место — «Владивосток-2000». О, приятно. Это приятное сравнение. Но и мы «Царицу» бы, конечно, спели с тобой. Это уж ладно. Ну, Маш, ну, посмотрим, проживет ли эта песня лет 10. Столько, сколько «Хали-Гали»? Но нет, тут вот я точно не уверена. Слушай, ну а вот группа 20, вернемся к авторскому проекту, стала победителем дебютного, получается, фестиваля «Рок над Амуром». Было такое. 22-й год, да, если я правильно дату называю. Наверное. Вот что вообще эта победа дала, что после этого изменилось? Ты можешь это рассказать? Ну, вообще, мы получили известность большую в Хабаровске после этого. Так как у нас был маленький проект, вот 20, только начинающийся, мы выступали в маленьких барчиках совсем, но в небольших там аудиториях. Для гномиков таких маленьких. Да, их было трое. Вот. А «Рок над Амуром», хоть и карантинные времена были, но он все-таки дал нам вот этот первый толчок, первое знакомство с более-менее большой аудиторией именно города Хабаровска. Мы крайне благодарны вообще тому, вообще что попали туда. Ну, вы вообще ожидали эту историю? Ну, или казалось, что очень... ну, пойдем просто там потусим? Нет, очень... мы делали ставки, очень хотелось нам туда попасть. Мы очень старались, пробивались там через это все онлайн-голосования, чтобы туда пройти. Там, скрипя, еле как на последних, как говорится, там... На вот такой малепусечке сил уже заехали в обойму музыкантов, которые там выступали. В общем, нам повезло. Так мы еще и выиграли. Да. Это круто. Я тогда узнала про группу. Мы потом еще и в Самаре выиграли. И в Самаре выиграли. Тоже, ну, в общем, выиграли. Давайте сейчас вот аплодисменты. Аудитория, если была бы здесь, то, наверное, бы не раздались. Да, а можно вопрос один задать? Семен, смотри, я знаю, вот я часто с этим сталкиваюсь, что талантливые люди, которые живут у нас здесь и начинают свою карьеру здесь, они очень часто уезжают куда-нибудь на Запад развиваться там, что я категорически не поддерживаю. Я считаю, что если ты талантливый человек здесь, будь здесь. Давайте. Где родился, там и пригодился. Да. Нет, я все понимаю, что там больше возможностей и так далее, но было бы здорово, если бы талантливые люди как можно больше оставались бы здесь, в нашем городе. Вот тебе приходили в голову такие идеи, куда-то переехать со своей командой или соль? Конечно, будет, ну, слукавлю, наверное, если скажу, что каких-то нет амбиций, да, уехать. Но в наше время у нас интернет сейчас решает. Сейчас решает интернет и соцсети. Если мы говорим о том, чтобы просто взять и уехать туда, на Запад, ради чего-то, когда ты не имеешь никакой аудитории, никакой, как бы, силы. Ну, смысла в этом нет. У нас столько примеров плохих, когда люди уезжали. Да, и терялись там. Либо терялись, либо возвращались обратно. В барчик чуть побольше. Ну, там было 4 вот таких гномика. Как бы это о чем мы говорим? Это не особо имеет смысл. Ну, то есть пока ты... Давай так, Индира, о чем? Ты собираешься вот в ближайшее время? Мы переживаем. Собираюсь, но, наверное, не в ближайшее время. Только после того... Как поймем, что мы имеем вот эту силу, инерцию. Слушайте, а я хочу показать еще одно видео, где Семен, удивительно, меня вот лично как ведущего удивляет, как он классно общается с аудиторией. Свет, покажи, пожалуйста. Запоминайте и тоже пойте с нами. Я хочу услышать вас, дайте нам шума! И готовьтесь танцевать, мы не хотим, чтобы вы стояли просто так. Поехали! Ты полюбила, обидно, тебя не к лицу. Ну классно, ладно, это, конечно, не лучшие твои там высказывания, но я часто замечаю, как ты держишь аудиторию. Это вот скажи честно, заготовочки нам, ведущим, расскажи. Заготовки, или ты там, не знаю, от души, или ты одно и то же выучил и шпаришь на всех концертах? Учителя хорошие были. А кто эти учителя? Ну, я...
много общался вот с Ваней в том числе, тоже у него раньше, когда мы только... Ваня, ты учитель? Да. Ты что, да, учитель? Я не учитель, но мы давно знаем друг друга еще с барчиков тех самых, с барчиков, с клубиков. Я вообще не знала, что вы знакомы. Представляешь? Я тогда даже, да, я подходил к Ване, спрашивал, блин, вот как у вас так получается? А я двух слов связать не мог. Серьезно? Да, 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 это правда. Так и было. Это правда. Ну, Ваня единственный, у кого я спрашивал совета. Но вообще, ну, он тоже, можно сказать, приложил руку к тому, вот, чтобы я стал кем я стал. То есть, я правильно понимаю, ты смотрел на ведущих и фактически немножечко там копировал, чего-то себе забирал. Делал заготовки. Mm-hmm. Это я, кстати, в какую камеру смотреть? Где музыканты? Вы меня смотрите? Мамы музыкантов. Пожалуйста, третью вот сюда. Смотрите. Да. Значит так. Началось. Гипноз. Ага. Вот так надо делать? Поставьте воду рядом с телевизором. Я так и знала, что мы к этому придем. Да, понимаешь? Рано или поздно. Если у вас в семье есть музыкант, заставьте его выучить следующее. Пусть обязательно готовится к своим выступлениям, прописывает слова, которые он будет говорить между песнями, которые он будет говорить во время песен. В первые 50 концертов нужно будет еще читать бумажки, потом все дойдет до автоматизма, слова будут выходить из вашего рта сами. Все, Кашпировский за это было превосходно. Слушай, ну вот ты скажешь, книжки пускай читает, вообще язык учит. Мне кажется, что изначально-то это вряд ли бы ты мог писать что-нибудь, если бы ты плохо владел языком. Ну, я бы мог сейчас похвастаться, что я такой книголюб и очень много книг читаю. Я вообще книги почти не читаю. Ну все, вообще люди включили телевизор. Вот и закроют программу сейчас после тебя. Слушай, спасибо. Кого-то Маша зовет. А вот честно. Но я смотрю много хорошего кино. Это супер, тебя это уже тоже, на ступенечку вверх все-таки поняло. Вот смотри, а если мы говорим про шоу-бизнес хабаровский, можно так это вообще сказать? Можно ли быть только музыкантом и нигде больше не подрабатывать? Потому что я знаю, что многие ребята, которые работают в кавер-группах, они работают еще где-нибудь на железной дороге или еще как-то. Вот расскажи, как у тебя это складывается? Массаж и так далее. Солист группы Starkiller, вот такой мощный Егор, говорит, приходи ко мне на массаж. Я говорю, да никогда в жизни. Почему? Да меня муж не поймет. Приходи ко мне на массаж. Иди, вот ты к такому мужику бы пошла? Ой, вообще с радостью. Кстати, хорошо, что вы мне об этом сказали. Надо, дайте контакты, мне нужен массажист. Я тебе дам. Ладно, спасибо. Расскажи про свой заработок. Ну, я лично ничем не занимаюсь, кроме как музыкой, как авторским проектом и коммерческим такой. Слушай. И мне хватает прекрасно. Даже счет вкладывать где-то получается. Ну да, после того, как ты говоришь первые 50 концертов, а дальше мы понимаем, что концертов у тебя не 50, надо а уже... Надо понимать, что у меня большая очень загруженность. Я буквально сейчас после этого эфира поеду на чек, а потом вечером у меня будет концерт. Сём. Вторник! Работа. Отлично. Слушай, мы тебя поздравляем с тем, что у тебя сейчас в жизни происходит. Мы будем следить за твоим ростом. Мы с Индирой так немножечко, а твой учитель... Побольше. Как мы сегодня... Конечно, да, конечно. Побольше, очень классно, что нам побольше вообще надо таких ребят. Я прошу Ваню после этого назвать сенсей. Отлично. И извините, вы когда между собой так поговорите... Вань, ты вообще скромник. Ты обычно вот это вот все выдаешь, а тут даже не сказал, что ты его завидал. Ваня, такой скромняшка сегодня сидит, молчит. Не знаю. Я жду женский клуб. О, да. Это уже совсем скоро. Кстати, Семена мы благодарим, но пока еще никуда не отпускаем. Но ты вот можешь посмотреть дальше наш эфир, потому что ненадолго мы уходим на рекламу, а после затронем очень спорный вопрос, и нам, наверное, очень нужный, женская самореализация. Вот сейчас вот такая реклама.